Друзья, привет! Вы на моем канале Маргариты. Ребятки, не забываем про опцию «Суперспасибо» и заказываем треки на любимых исполнителей. В телеграм-канале проходит розыгрыш, реакции постоянно. Оскар, спасибо большое. Ребятки, слушаем и наслаждаемся суровым рэпом. Ух ты! Ребят, я не знаю, конечно, не знаю, ребят, но мне так нравится, это нереально. Наверное, я это в детстве не слушала. А знаешь, у меня это внутри было, внутри меня, понимаете, ребятки? Любовь к рэпу. Да, любовь к рэпу, ребятки. В мое время этого не было. В те времена рэпа не было. Не было, да. Сейчас я, ребят, вот вы... Я слушаю, мне нравится. Мне нравится суровый рэп, ребятки, мне нравится. А что я могу с собой сделать? Если бы мне не нравилось, ребятки, я бы не слушала. Но мне нравится. Ребят, поехали, ребятки. Суровый рэп! Ну вот, друзья, вот, пожалуйста, дубащит очень у нас такой жесткий. Просто так не подойдешь. А голос, как вы слышали, ребятки, какой у него голос грозный и читает рэп. Исключительно. Да-да-да-да-да-да-да-да. И музыка такая, да, быстрая. Поэтому, брат, его больно нет самое. Если он не хочет, лучше не подходите. Недаром же у него дуба-щит. Он щит у него из дуба. А дуб — это такое дерево, ребятки, знаете, какое мощное. Наше российское дерево, ребятки. Вот и все. Просто вывод делайте. Ребят, слушаем. Он уже не назвал себя березощит, да, а дубощит. Дуба. Или липощит. Да, береза тоже наше российское дерево, наша родина, да? Нет, но дуб-то крепче. А дуб? Дуб ведь это наш дуб. Россия! Поехали, друзья. Почему такой клип? Ну, клип это фанат сделал просто. А, это тот, кто любит дубощит, сделал просто нарезки, чтобы не скучно было трек слушать без клипа. Видите, значит, получается, он дубощит-то с кем сравнивает? Что он очень... Он, как сказать, даже вот не знаю. Как Фредди Крюгер. Да, нет, не как... Нет, он не как Фредди. Нет, энергетика. Да, энергетика. Да, Фредди Крюгера нет. Нет. Дубощит он... Молодец. Угу. Молодец он, российский, да? Угу. Он как Илья Муромец, понимаете? Как Добрыня Никитич. Он наш, российский богатырь. Вот так. Ты умрёшь там, где роза, самый реальный.
один разрушенный мост. Год, который год, любой мой опыт, общий набор. Эй, бро, здесь игра, я хотел бы даже взяли на бой. Друзья, что скажу? Молодому человеку, который снимал клип. Молодец. Хороший клип снял, да? Скажи. Страшный. Да, страшный клип. Я имею в виду, знаешь, в любой фильм можно, да? Молодец. А Дубощит, конечно, у нас высший мастер. Рэп читает грозно. Грозно. Голос шикарный. Его очень интересно слушать, да? Скажи, как интересно слушать его, да? И музыка такая классная. Мне вообще Дубощит нравится. Я это раньше его не знала. Недавно познакомились. Да, недавно познакомились только. Мощный, да? Мощный читает трек, да, скажи? Угу. Молодец. С удовольствием, ребят, ты послушал. С удовольствием. Пока, друзья.